Сегодня из-за аварии на магистральном водоводе Зуевка осталась без питьевой воды. На время ремонта поселок пришлось отключить от системы водоснабжения. Магистральный водовод компании «Вода Донбасса» дал течь минувшей ночью. Трубу диаметром 600 мм прорвало на северной окраине Зуевки. 13 ноября в первой половине дня устранять утечку питьевой воды выехала бригада участка магистральных водоводов Макеевского производственного управления водоснабжения и канализационного хозяйства компании «Вода Донбасса». Сегодня работы уже идут, видите. Зуевка сейчас без воды. Ну, я думаю, к концу дня все будет в порядке, водоснабжение будет восстановлено. Очень оперативно сработали службы воды Донбасса, техника, все есть для того, чтобы это устранить. Порывы на магистральном водоводе, по счастью, большая редкость. Гораздо чаще в разных концах поселка, на разных улицах дома зуевчан то и дело остаются без воды из-за аварий более скромного масштаба. Не очень хорошая ситуация с коммуникацией, потому что капитальных ремонтов, заменных больших ремонтов давно не было, трубы изношены. Ну, своими силами справляемся, вода Донбасса справляется, Чекинская вода справляется. Им уже по 30 и более лет. Они уже пришли в негодность. Их надо менять, ну, так пока.